Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Все-таки последние, не знаю, месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Полистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданно развязку. То есть все довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года. Во всяком случае, примерно так у меня это все запланировано. И уже в начале следующего года будет Цива. На этот раз мы играем в ФФА на пятерых. Вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кицаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тортл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой I, там будет ссылка на весь плейлист и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом все, приятного вам просмотра. Да, вообще ресурсов 119 геотермальных источников, 100 титана, 135 ксеномассы, 136... Да, тоже 110. И у меня 68, например, этого антигравия, хотя я даже не открыл теху, которая его нужно, чтобы обрабатывать. Так, начинаем строить в Джимбумбе все заново. Перерабатывающий комплекс. Ну, фармацевтическую лабораторию давайте, реликвию старой земли. Лабораторию, клинику, клеточный инкубатор. Все по ходу, поэтому... Где мне тут, в Пимбеле, что ли, они повысили? В Ричпорте и в Табо сидят. Шпионы чужие. Колодец. Так. Термохлинный руль. База данных. Это не надо, это не надо. Когда уже построю цветок, чтобы в трансцендентность уже быстрее выйти. Три спутника висит. Ты имеешь в виду космического телескопа? Космический, да, телескоп. Космических телескопа три. Ну все, жди. Вот поданный ход уже точно обнаружится. Да-да, вот-вот-вот-вот. Только слушай, а ты построил трансцендентный рай? А, да, построил, да. Ой, Лёш, продашь налоговый рай? Это три бесплатных торговых пути в столицу. Продам. Отправил. Кицаль, продашь спецоперации? Да, продам. Отправил. Так, слушайте, может мне поменять... Хотя у меня нету очков, в чем мне менять сейчас умение? Я уже забыл, что тут у нас. О, фига, на 50% при союзничестве. Неплохо. Дополнительный доход от торговли между своими городами и от международной торговли. Нормально. Так, вот тут может что-нибудь сменить. Боевое как раз.
Так, где мне строить цветок? Ну, видимо, в столице. Где-нибудь вот, не знаю, куда-то сложнее всего добраться. Знаете что, мне кажется, надо строить не на море, а на суше. Что у всех в основном морские юниты. Вот может в ранги как раз где-нибудь. Ну ладно, еще. Мне еще его открыть надо. Так, из пимбелы 11, 8, 12, 2 мало. Семь, семь, шесть, шесть. Ну, мало, если к американцу пускать. Вот 11, 8 в яксок. Так, давайте, наверное, в Шеклтон один отправим. О, 12-12. Яксок. 15-12. У меня сразу науки сразу немерено. 10-9, 11-9. Что между своими отправлю, чтобы Маган... Что Маган 2-6, 6-5, 9. Как вы так быстро ход заканчиваете? У меня тут, блин, юнитов понастроил. Я тоже. Думая корейца выносить. Так, решение по заданию. Производство, конечно. О, 610 науки, это неплохо. Забыл. Вы открыли генетическое проектирование. Генопитомник. Во, станцию клонирования. Станция клонирования надо построить. Ну, построить там, где есть ксеномасса. Не понимаю, я могу тут строить, но я не вижу, чтобы тут был обрабатываемый... Необходимо обрабатываемый, улучшенный источник ксеномассы. Кто-нибудь видит его здесь? Я вот вижу только водоросли, например. Пацан, ты тут? Да. Продашь мокрушников? Да. Отправил. Интересно, походу я могу в городах, вот мне, например, требуется какой-нибудь ресурс обрабатываемый, например, ксеномасса, да? Но у меня в этом городе его нету,
Походу, если я из города отправляю караван, который дает эту ксеномассу, то у меня появляется возможность строить это здание. Да, это так. Так. Это интересно. Вот, титан у меня есть, так что давайте тут литейный завод. Так, пока все. Тут очереди достаточно. Так, в табо термохлинный руль построен. Давайте док. Литейный завод, автоматизированный завод. Здесь сеть готова, тоже производство автоматизированный, литейный, ториевый реактор, ну, ракетная батарея. И вранги. Давайте биофабрику. Ториевый реактор. Так, производство все. Вот здесь, по-моему, ксеномасса была. Или нет? Показалось? Показалось. Так, тут можно, наверное, уже закончить. Нет, два хода. Следующим ходом закончу. Блин. Узел. Построен. А что ж там узлы, когда там еще... Кицал говорил, что они что-то давать могут начать. Так, пускай он с этой макарой сам разбирается. Поплыву-ка я. Поплыву-ка я. Поплыву-ка я. Харе мне тут поплывукать. Боже, сколько юнитов. Самолеты на перехват ставлю, на тот случай, если меня начнут атаковать, чтобы они сразу работали. Так, здесь следить будем. Ну, сколько караванов-то? Надо, кстати, проверить свои караваны и какие-нибудь плохо, которые работают, перенаправить. Ну, если ты Хуанле, Бангани сжигаешь, да? Да, у меня минус 40 здоровья, это слишком много. То есть там, где нету чудес, я так понял, ты сжигаешь. Да, ну и там еще пару с чудесами, которые мне не нужны. Боже, сколько юнитов. Так, джимбумба. Может, мне так кицалу отправим? Смотрите, 11-10. Нормально. Вот, теперь вроде как все. Теперь давайте проверим торговые пути. Три торговых пути. Так. Что тут
3.6, 3.9. Ну, о, вот это не очень. 9.8. 3.17, 6.13, 7.11. 6.6, 9.10. Так, это пока отменим. Одиннадцать, одиннадцать, 1.9, 2.2, нормально, нормально. 12.4, ну ладно. Вот этот как-то. Хотя. Так, давайте лучше по ходам, сколько осталось. Вот это давайте 12.4. Посмотрим, может лучше, что будет просто. Так, все остальное пока не надо. И название американских городов. Доверие, согласие, свобода, практика, перспектива. В переводе интересно, или как они там называются? А у русских что, нормально? И там храбрость и так далее, вот это все, конечно. Ну это ладно, у русских, но у американцев так. Так, а что у нас, кстати, по квестам? Тоже я все забыл. Построить каменоломню. Нет, квесты, наверное, так никогда и не выполню. Питомник готово. Так, вот здесь есть ксеномасса, поэтому станция клонирования здесь будет в тему. Заодно всякие защитные построим. Там еще есть неразрушенные гнезда где-то, Леш? Вот там, где типа этот твой, плавает воин. Они все мои. Ладно. Чего я тут не могу, интересно, построить земной ландшафт? Я буду наушники снимать время от времени. Пишите в чат, если что. А если ничего не писать, да? Ну да, все правильно. Блин. Один. Ну да, действительно, как только сопротивление упало, сразу чудо заработало. Не, ну фига мне ввести энергии, правильно? Так, а тут что у нас? Просто производство. Так, фероксидовую шахту я таки тут построил. Тут тоже вроде все работает. Шахта, медь. У нас тут красиво с корейцем друг напротив друга юниты стоят. Темно-зелененькие и светло-зелененькие. Кстати, еще один зеленый, да. У нас же Бразилия, помнишь, была, да. Корея, кто там еще зеленый? Какие-то проблемы какие-то, я смотрю, тут с цветами. Вроде фракции-то раз-два я обчелся, но почему-то они какие-то одинаковые цвета выбрали. Непонятно. Так, Маган.
2, 9, 8. О! 10, 10. Тут еще купим. Торговый конвой. Бум, 616. Уже в два раза я практически себе науку увеличил. Тут смотрите, сколько инопланетных этих. Ой, кицал туда плывет. Надо его опережать. Так, еще раз проверяю с торговыми путями. Все заполнено, все заполнено. Вот, если кто не понимает, куда я смотрю. Тут 3-4, но я купил уже караванчик. А, джимбумба. Так, ну, вот в джимбумбе надо будет еще 2 купить. Так, где ж мне построить цветок? Hola, how can I help you? 저와 협력하신다면 Так, очередное решение по заданию. К науке или к передвижению? Нет, к науке лучше. И принимаем очередное знание теха бесплатно, а тут дополнительная энергия. Что у нас? Уровень интриги быстрее снижается. Академии мы вообще нету. Один агент. 7 культуре за каждое чудо. А здесь орбитальный юнит. Вот это я, пожалуй, возьму. Я вот возьму орбитальный юнит, а потом фабрику. Сейчас фабрику взять. Нет, давайте орбитальные. А, не могу я не взять. Что это у меня пропало соединение? Так, ладно, возьму фабрику тогда. Что это, меня выкидывало? Вы тут? Да, да, тебя выкидывало что-то. Я только что получил последнюю ачивку Beyonders. Ну, ты ощущаешь, что ты не зря прожил эту жизнь? Собственно, к чему тебе стремиться? Все? Ачивки все. Еще артефакт. Изношенный, парящая земля. Так, вон у нас. Плыву туда. Пускай солдаты атакуют, если хотят.
Саль, продашь ликвидные ресурсы на торговые пути? А все, мне эти не нужны соглашения никакие. А, да, давай, конечно. Отправил. Вы открыли нанотехнологии. Так, что у нас по победам? Одну столицу и Китал одну столицу. Трансгенику и нанороботы. А где трансгеника? А Китал уже все выполнил. Трансгенику и нанороботы. А, вот она. Что, тебе, Кицал, только нанороботы осталось исследовать, да? И будешь уже цветок строить? Я сейчас... Да, походу, да. Ну, они исследуются очень долго, так что... Да, да. А это, ну... Так, давайте термохлинный руль тогда тут сначала построим, а потом будем двигать. Так, в другой город лучше свой отправлю. 17, 13, 12. Вот это неплохо, 21. Вранги. Ну вот, вранги самое норм. Так, вот тут надо побольше гнезд будет спереть. Проект Прометей. Чё за Прометей? О, мастер обнаруживает сигнал. Мастер, ты счастлив? Да. Я так, у меня этих спутников 3 точно висит. Или 4 даже. Нет, 3. Один из них висел с момента, как мы крузанули. Так, сейчас почитаем. Так, еще сейчас что-то смогу сделать. Снести защиту вражеского юнита. Не знаю, что это, но... Ладно, может, поддержим пока какой-то странный. Может, побольше будет этих... артефактов. И можно будет выбрать... Что-нибудь поинтересней. Так, вот еще гнездо.
Многие почему-то думают, что 2GIS это просто какая-то карта, которая работает офлайн. Нет, там множество фильтров. Вот, например, это полезный помощник для тех, кто присматривает новую квартиру. Вы не только можете посмотреть новостройки на карте, но и поставить нужные фильтры. Сроки строительства, стоимость квадратного метра, варианты планировок, материал дома и многие другие параметры. И все это опять же офлайн. Так что заходите на 2GIS.ru, скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте 2GIS, если быть точным. Ну, тут, наверное, уже все эти... О, да. Леша, походу, банки данных построил, да? Это что такое? Это который очень много обороны городу дает. Ну, где-то строил, наверное. Сейчас я вообще посмотрю, есть ли у меня такое здание, возможно ли его строить. Да, есть такое здание, и где ты... Увидел, что много обороны. Ну, я смотрю, в Магане 76 защиты. А, ну да. Я просто вспомнил, что я испугался, что кореец сейчас пойдет его отбивать. Ну, как бы ему, в принципе-то, удобно тут проплыть было. Решил, надо защиту там сделать. Там написано защита города плюс 24 и сама оборона плюс 10. А в чем разница, интересно? Защиты и самообороны. А где ты это видишь? Ну, или в описании здания? Данных. Да. Я думаю, что одно относится к стрелянию города, а другое конкретно к защите. Ты знаешь, у меня... А, есть в Магане, да. Да, я думаю, самооборона это стрелялка. А защита конкретно 24. О, да ладно, еще и капсула с ресурсами. Давайте я в Магане тоже куплю собственные исследователи. И сюда вот отправлю. Тут вот раз, два. Почему нет? О, тоже трансцендентное уравнение. Гелиоприемник. Так, институт. Давайте-ка везде банк данных. Раз сильная защита у нас. О, давайте нанотермит в Ричпорте и сюда перекинем самолетики. Хотя вообще-то лучше во Фриланде сделать, да. Так, что у нас тут с ксеномассой? У нас тут титан, ксеномассы, так что станцию клонирования тут можно не строить. О, наноферма — это хорошая штука. И орбитальный лазер.
здесь банк данных. Здесь банк данных. Вот, во Фриланде добавим. Что-то тут как-то слабо. 7 ходов. А какой у нас мячий город самый производственный? Так, 108 ранги, 157 ричпорт, 129 харта. Походу в ричпорте надо будет строить цветок. То есть, если ты строишь земной ландшафт на ресурсе, он исчезает? Прикольно. Да. Я вот просто смотрю, вот, смотри, Кицал, ты тоже сейчас плаваешь сверху африканских бывших городов. Ну тут же офигенные места, почему он ко мне ставил города, я не могу понять. Да, там места гораздо круче, чем вообще, чем там, куда он поставил. Нет, вместо этого поставил прям мне под столицу, на каком-то на 30-м ходу город. Ну как мне это было воспринимать? Он вроде это массивировал тем, что он думал, что ты там поставишь, на него пойдешь как-то, или что, я уж не помню, что он. Да, так если я там поставлю город, это вообще не означало, что на него пойду, потому что тут до его столицы офигенно сколько. Ну, короче, он поставил город на том месте, где у меня ранги стоит сейчас. Вот. Тут раньше да, было. Да, но у него была возможность селиться туда, где вообще никого нет. Ну. Есть, вот, например, у меня такой возможности не было. Я все время там в твою сторону, а у него просто можно было спокойно сверху. Тут куча антигравии, куча ксеномас и куча фероксид. Ну, то есть, ну, просто, блин, вообще, ну такие места жирные. То есть ему бы заселиться, он бы тут развивался. А мы тут, у нас была бы тут напряженность с корейцем, потому что мы рядышком находимся. Ну, да. Она и была как раз-таки. Это ты, потому что ее нарушил, зачем-то стал с африканцем торговать, вместо того, чтобы со мной это делать. Науку и так далее. Так. Мы слишком поздно поняли, что драгоценные дары природы. Чего? Нет. Ну я могу запустить, в принципе, тут. Так, что у нас тут клеточный? Так, давайте туриевый реактор и всяких защитных штук. Вот, банк данных. Ну, мозаичный корпус позже. Сеть наблюдения и
Мозаичный. Инодром — это чудо, которое чуть-чуть там улучшает что-то, отношение с этим младенчатом. Да, да, да. Ну, блин, нечего мне было строить в столице больше. Решил уже добить все чудеса, какие у меня тут есть. Да блин, меня что, выкинуло из игры? Connection lost. Россия такая. Так. Я загрузился. Все загрузились? Да, я тоже загрузился. Помнить тут диспозицию. Ага, тут у нас такое стояние фронтов с корейцем. Халецкий завершает создание ксенодрома. Я какой-то ксенодром строил, да? Ну, это которое инопланетян чуть-чуть улучшает отношения, да. Так, я, по-моему, даже могу что-то тут создать, но мне не очень нравится результат. Доступна способность осадный огонь, снести защиту вражеского. Снести защиту вражеского юнита на 20% до конца своего хода. Понятно. Ну, в смысле, на 20% меньше сила становится у вражеских юнитов, это понятно, но каким образом это снижается? Только один раз за ход или как это вообще? Там сколько-то ходов терпеть потом надо будет. Так, ториевый реактор. Автоматизированный завод, биофабрика и потом защиту строим. Банк данных и ракетная батарея. Окей. Так, харта. Ракетная батарея построена, банк данных. И давайте будем начинать. Саранчуп. Я думаю, я скоро начну уже строить цветок. Так, лаборатория. Тут банк данных, видимо, построен, да? Connection lost. Это я опять что ли вывалился? Ксенотопливный завод или ксенопитов. Ну, блин, мне. Давайте саранчу, а потом колодец Гаи и опять саранча. Ну, мало ли, кто там будет исследовать. Так, тут 4 хода. Так, а мне гнезда не пока. Вот гнездо. Значит, мне сюда надо плыть. Окей. Это я эти строю узлы. Надо около Пембелы еще построить, потому что там явно можем воевать. Так, Джинали. Я вроде пускал на. Мне, наверное, уже
Ни наука, ни энергия не нужна, надо в свои города отправлять, я так думаю. Так, 19. Ну вот, в Чончиха. Неплохо. Я не пойму, я отвалился вообще, что ли? Сейчас, подождите, я тут проверю. Error. Так, ладно. Connected. Сейчас следующим ходом. Переконнекчусь там в TeamSpeak. Мастер пишет, что у него его тоже выкинуло. Так, давайте сделаем нанотермит мощный. Такой неплохая. Я тут. Я тоже. Так, здесь нанотермит пускай идет. Банк данных. Здесь после банка данных. Ага, саранча тут так уже есть, значит. Ну, строительство маяка, точнее, работу маяка можно ускорить. Просто зависит от того, сколько энергии в ход приходит, как быстро ты выиграешь победы. Эти страшные. Там так написано, по крайней мере. Ну я что-то не замечал такого. Там как. Справки. Сколько у меня не было. Где это написано еще раз? В справке жмешь F1, выбираешь победы, вкладочку. Победа контактом. Там написано, что он тратит излишки энергии. То есть те, которые в ход приходят, он тратит ее всю на установление контакта. Чем у тебя больше прирост энергии, по идее, тем быстрее ты, да, контакт не, устанавливаешь. Ну, это же не написано здесь так. Это здесь прайс просто тратится, что потребляет все излишки и все. Нет, там это написано. Сейчас вот зачитаю. Вот. Для победы маяку необходимо определенное количество энергии. Каждый ход он тратит излишки энергии игрока на достижение этой цели. Если необходимое количество энергии потрачено, игрок одерживает победу. Там фиксированное. Это как в Endless Legends победа экономикой прах набирать. Тут надо какое-то число энергии просто потратить. Все. А что же они напишут, какое число тогда? Не знаю. Интересно. Ну, я думаю, когда у него пройдет этот сигнал, и нам будет написано конкретно, сколько энергии осталось. Ну, вот там в победе, мне так кажется. Сейчас в процессе расшифровка сигнала только. То есть ты должен расшифровать его, потом еще построить маяк. Ну да, это еще довольно долго. Саранча, как-то медленно тут на производство. Вот литейка есть. Лучше биофабрику. Потому что литейка неплохо, когда титан в городе, а тут нету. Давайте биофабрику, а потом колодец Гая. А потом уже саранчу. Так, ход закончился. Вот. Проапгрейдили. Так, отбросить на другую клетку 15. Все, 40 пут у меня. Когда я там могу уже строить
Трансцендентность. Вот Кецалу, а Кецалу на роботов. То есть мне надо трансгенику осталось открыть, и я смогу цветок строить. Так, термохлинный руль. Да я тут лучше куплю клетки, наверное. Ну, в принципе, можно подвинуться вот сюда. Потом купить нефть. Так, в Магане литейный завод. Давайте тут 40 пута. И потом... Производство. Колодец Гая и опять 40 пута. Потом ксенотопливный завод и орбитальный лазер. Вот так-то. Так. Так, куда запустим этот? Ну, вот здесь неплохо будет защищать выхлопы. Так, тут что рабочий делает? Ферма. Ага, вот. Тут антигравийный карьер не построен, а тут нефть. Тут нефть есть. Все, вроде, хотя можно еще по городам пройтись, глянуть, что у нас там строится. Так, тут нанотермит, тут торговый склад. Так, тут город передвигается, дальше везде, ага, вот тут 40 пут. Поставим что-нибудь еще в очередь. Колодец Гая. И орбитальный лазер, потом 40 пут. Так, здесь в Ричпорте нет ресурсов ксеномассы. А тут есть ксеномасса? Нету. Тогда орбитальный лазер.
и автосани. Так, и проверим, какой у меня город самый производственный. 143 Фриланд. Ну, пока Фриланд, собственно, самый производственный. А где мне лучше цветок построить, если так рассуждать логически? Где-нибудь вот здесь, например. Хотя тут проплыть могут. За угрозу. Ну и шустро. Так, и что теперь будет написано в победе? Контакт. А, ну он то пока только один фрагмент нашел. Нет, он нашел уже оба фрагмента и расшифровал сигнал. А, проект «Маяк» теперь в процессе? Да. Точно. Собственно, осталось маяк и запустить его, и подождать, пока он это. Блин, 1800 спионерил. Так. Что мне лучше? Плюс 10 за каждый боевой юнит, плюс 25 к производству боевых юнитов. Это смесь праведности и гармонии. Значит, сначала в праведность надо сходить. Ну, Лёша уже может цветок строить. Ну, тебе тоже одна наука осталась. Ну, с моей наукой она будет открываться очень долго. Так. Сколько тут надо? Значит, вот сервомашины быстро исследуются, и генетика инопланетян. А чтобы превосходство получить, тоже надо 10 уровень превосходства получить. Искусственное мышление, контроль климата и что-нибудь еще на один. Ну вот давайте познание и совместное мышление. Так, защищенный дрон. Гелиопод. Фига себе, я сейчас в капсуле с ресурсами нашел 800 очков науки. Офигеть, то есть они увеличиваются, походу. Ну, повезло тебе. Вы открыли трансгеник. Так, передвинулся. Ну, давайте автоматизированный завод. Так, что у нас со шпионами? Не знаю, нужна ли мне уже наука теперь. Давайте лучше вербовку проводить. Что, не стреляет, да? Так, тут сколько еще? Два хода. Следующим ходом можно попробовать найти будет.
какие там... Я вот не очень понимаю, как этот шпиль разрыва работает. То есть его нужно построить сразу в двух городах или только в одном достаточно? Что за шпиль? Ну, походу, там, где... Собственно, откуда... То есть он на караваны из этого города работает. То есть если я из него пущу, то у меня будет бонус, да? Да. Кто-то дно разграбил в Джимбумбе. О, у нас с Лёшей одинаковое количество городов, надо же. Я даже не знаю, сколько у меня городов. У несчастных африканцы и китайцы позахватывали. Да. Ну, правда, я еще у корейца два прихватил. А, ты же все Чончиха забрал, точно. И Уиму. Так, стоп, так я ж могу уже начинать, собственно... Это, понимаешь, 10 очков за город, да, дается или как? Без понятия. Могу начинать строить цветок. Давайте попробуем в Ричпорте это сделать. Мне как-то странно, не знаю. 9 ходов, а... О, а... это что у нас, Харта? Нет, Харту может захватить американец. А во Фриленде тоже 9 ходов, так что выбор Ричпорта... А зачем ты повесил орбитальный лазер возле меня? Где именно? Ну вот там, где аксиома. Я вообще все по периметру обвешиваюсь орбитальными лазерами, если вы решите на меня нападать. На самом деле эффективнее планетарный резак, чем орбитальный лазер. Да, если бы он у меня был открыт, то, конечно, я бы да. Так, блин, ну вот тут он-то проплыть сможет, чтобы атаковать. Может попробовать где-нибудь вот здесь строить. Сейчас мы купим клетки тогда. И вот тут буду строить. Здоровья мне не надо, вот 10% к оставлению. Так, давайте посмотрим, что там тут. К сожалению, не дали никакого. Вы открыли. Так, что тут принять? Промышленность. При строительстве чудес. Может, кстати, повлияет на цветок. Прям даже интересно. Было 9 ходов. Так, где тут речь? Стало 7. Реально влияет. Отлично. Так. А, это страж станции. Ну вот, новый Вавилон можно. Да, бан, у меня столько ресурсов, что он даже не помещается на верхнюю панель. Все. Та же фигня. У меня трехзначное значение каждого ресурса сама.
Высаживаемся наконец-то. О, гнездо. Блин, нету. Автосани. Отдыхать, а в защиту, то есть чтобы он восстанавливался, когда это надо будет. О, нифига, у вас тут армии как стоят. Красиво, да? Да, только почему-то у корейца эти дальнобойные линии стоят на фронте. Так, мне вообще надо цветок окружить, видимо, юнитами. Потому что американец где-нибудь может тут встать, просто цветок будет построен, и он мне объявит войну. И цветок уничтожит, и все. Так, 10 уровень. Есть. Бронированная пехота. Так, с праведностью плюс 20%, если рядом находится дружественный юнит, а с гармонией, если нет. Вот мне больше нравится, когда нет рядом дружественных юнитов почему-то. Ну, что ты, кто там рассказывал о том, что у нее там наука вообще, прям печаль. Я просто только что украл 1800 науки, это офигеть просто. Ну, видишь, ты своими воровствами, понимаешь, все это... Ну да, они офигенно компенсируют, кстати, отставание. Ну, на самом деле, ворую не только я, по-моему, тут все воруют довольно-таки много. И у меня в том числе. Ну, у тебя же больше. Быстрее. Ну, да. Да. Так, вот я теперь плюс 25% к производству боевых юнитов. А еще когда открою совершенство, превосходство в смысле, будет плюс 10% к производству и плюс 10% к культуре в городах в радиусе дружественного орбитального юнита. Так, Уиму торговый путь. 3 штучки можно купить. 1, 2, 3. Перерабатывающий комплекс. Потом туриевый реактор и автоматизированный завод. Так, в Чончиха. Одно производство, 2 производства.
Титана, к сожалению, в этом городе нету. Ну, шпиль разрыва можно тут построить. Кстати, и вы ему тоже. Окружаем цветок. Так, пока все. Я, пожалуй, торговые пути от соперников перенаправлю к себе. А, этот мне и так бегает нормально. Так. Так, ну что, дадут мне? Не дали. Стоп, а где тут? Так, ладно. Так, что-то они тут в табы распоясались. Тут есть сеть наблюдений, вон. Автосани. Автосани улучшены. Ага, 500 единиц культуры мне пришло. Ну, тоже неплохо. Искусственное мышление. Вы открыли искусственное мышление. Давайте тут рабочего построим. Шпиль разрыва. Так, в ранги сани готовы. А как, что у меня там вообще? Какие города? Маган, Ричпорт, Пимбела. Нет,
тут уже построено против. Ладно. Блин, где Сайм? Почему постоянно меняются местами эти... Так, тут шпиль разрыва готов. Так, тут улучшения вроде сделаны. Так, уйму. С 11, 12, 12. Значит, один в ранге отправим и один в харту. А третий... Третий. Наверное, в Ричпорт. Так, проверим по караванам. Все используются. Ну, вроде да. Так, а мне, наверное, уже познание и совместное мышление нафиг надо будет. Мне можно 18 уровень гармонии получить. Поэтому давайте контроль климата просто. А потом... Вот 20 за два хода. Вот, кстати, ксенотитан. Вот давайте, может, мы в него сходим. Тут откроем теплицу прототипов. Это уже все не надо. Ксенотитана. Решение проблем силой приносит удовлетворение, потому что никогда не остается без ответа. Это неплохо. Мощь дальнобойных атак, воздушных ударов и ударов города возрастает на 25%.
к обороне. Давайте, подождите. Сейчас гляну просто ради интереса. Вот 60. 69. Ну, что-то я не вижу, чтобы она увеличилась. Что-то промелькнуло какой-то. А, понятно. Вылетел мастер. А, он вообще вылетел, блин. Да. Так, ну что мы во Фриланде будем? Давайте еще банк данных. А, тут не было банк данных во Фриланде. Поэтому там ничего и не добавилось. Восемь. В Тосане 76. User joined your channel. Я вернулся. Ну, классно. Будешь заходить или сейв грузить? Да я перезайду. Так, в харте. Мастер, признайся, где строишь цветок, чтобы я не плавал, не искал, время не тратил. Маяк? Я тебе и так Ой, могу сказать. Кицал, цветок? Кицал, кицал, то есть, да. Я не скажу, где. Да я и так вижу, где. Ну, где он строит? Ловит столиц. Так, мастер, ты подсоединился, нет? Да, я жду просто завершения хода. Угу. Так, цветок через 4 хода. Вылетело цело, сейчас перезайду. Так мы ход закончили, то есть ты сейчас еще один ход потеряешь. Да ничего страшного, главное, чтобы война не объявилась никому. Блин, а у нас как-то не заканчивается ход. Все закончилось.
Ну, и там уже, кстати, маяк построен. Маяк завершен. Завершился? Вот, да. Ну, так еще пару улиток я выиграю. Отлично, по-моему. Вообще-то было три хода. Да, это странно. По-моему, три хода было. А, ну я вылетел. Я сейчас как раз... Я сейчас, получается, три хода пропустил? Или два? Может, там нет, ты ни одному хода не пропустил. Не, я как минимум один ход. Я вот сейчас, когда переподключался до вылета, у меня уже юниты стояли в других местах. Ну ты вылетел в начале хода и зашел в середине хода. Ну, не знаю. Но за меня комп походил все равно, тем не менее. Ну и что у нас в победах теперь написано? Контакт. Так, маяк построен, осталось активировать ему маяк теперь. Ага. А маяк активирован будет, когда энергия у него туда зайдет, да? Сколько-то? Надо 1000 энергии, чтобы активировать, и потом еще в каждый ход она потребляет излишки энергии на, типа, функционирование. Ну все. Достиг я всего, чего хотел. Где тут у нас сорокопуты? Три штучки. Так, выбрать проект еще. Где вранги? Я подключился. Отлично. Компьютер стоит армии во всех городах вообще. А нет, кроме одного города. Он что-то подозревает, видимо. Блин, как он юнитов раскидал, обалдеть, конечно. Ну я вот где-то тут стоял у меня на фронте, я тут не двигал юнит. Можешь все обратно поставить. Да-да, я сейчас уберу обратно. Пехотинцем куда-то поплыл, не пойму куда. Ну это из-за маяка его колбасят, как бы, видимо. Он сейчас хочет его защитить всеми силами. Так, а где у меня... Красиво выглядит, кстати. Мне больше цветка нравится. Он не запущен, да, еще? Просто построен? А как узнать, запущен или нет? Где это написано? Ну... Сейчас посмотрим. Я пока не могу никуда заходить. Ну, видишь, как я быстро уже нашел, кицал, где у тебя цветок. Ну я твой тоже быстро нашел. Ну, все логично. Да. Так, у меня до цветка три хода. Thank you.
Слушайте, а у меня один, что ли, авианосец? По-моему, у меня было еще авианосцы. Да, вот один. Вот второй. Ага, вон он где. У Джимбумбы. Ну ладно, пускай там стоит. Заход до конца цветка надо будет начинать строить здания, которые убыстряют победу. Уровень культуры повысился. Так. Фига, как он бластером лупит, офигеть. Победа – дело времени. 30 ходов, да. Все как мы и думали. Ну, видимо, все-таки он будет как-то... Что-то он должен как какой-то... Как его? Золото, энергию как-то впихивать в этот маяк. Ну, а как? Он, у тебя просто сейчас прирост 0, да, мастер, и все, как бы... Ну да. Ну вот, а что, как бы как уменьшить количество ходов, вообще непонятно. Стреляет он вверх красиво, конечно. Видишь, Леша, да? Возле Дзюнсана. Я еще не. Нет. А, вот теперь вижу, да. Пиу-пиу! Пи-пиу! Ну вот. Написано, что если я похитителем его проатакую, то четверть сразу снимется. А вы в войне, что ли? Как ты это? Я не знаю, почему мне это показывает, но я вот похитителем навожу. Сразу мастер окружает все вокруг. Не, я вообще-то собирался его окружать. Он раскидал компьютер мою армию во все стороны. Ну странно как-то, четверть аж снимает. Не, у меня нет, у меня не пишет странно. Мне пишет. Безопасная атака написана. То есть у меня этот маяк, типа я его атакую, а он мне ничего не снимет. Не знаю. Да. Где вот эти автосани-то, ё-моё. Так, 40-пут готов. Как-то быстро построился маяк, обычно ходит с ходов 20 строится. Но он у меня 7 ходов строился, когда я начал. Прикольно. Ну что, 30 ходов, это шустро. Даже не знаю, что, будем пытаться остановить? Или, Леш, ты думаешь, что ты и так выиграешь? Я не буду и атаковать мастера. 30 ходов. Если я вырежу, уменьшается. Тогда я подумаю. А 30 ходов я не думаю, что имеет смысл. У меня там, блин, караваны к нему бегают. Так, перехват ставим. А если ты на мой цветок наводишь, тебе не пишут, сколько ты урона получаешь? Но он же не построен. Он, да, он не построен, да.
Так, что у нас тут с экспедицией? Два хода. Следующим ходом закончим. Так, а еще есть вообще места, где можно экспедицию провести? Лестница Дедала производится. Прикольное чудо. Походу нет. Ну все тогда. Нафига нам исследователь? Не найду сейчас. Артефакта, то воспользуюсь уже тем, что есть. Так, торговый конвой. Красиво, конечно, он смотрится в рабочем состоянии. Прикольно. Да. На этом пока все. Для того, чтобы успеть до начала нового года, я буду стараться выкладывать серии каждый день. Но если вдруг все-таки у меня будут проблемы тут с загрузкой, то через день должна появиться серия. В любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.